На первой линии Егимов Александр, на второй линии Жирнаков Антон, друзья. Итак, прямо сейчас произойдет замер у этих машин. И мы узнаем, сколько будет. Да, децибел, сколько будет децибел, покажет, какое давление. Ну что ж, мы все видим уже на экранах. Итак, внимание, у Александра. Еще разок, еще побольше. Еще. Шесть с половиной децибел у Александра, друзья. Аплодисменты. Так, и у Антона. 144,5 децибела. Друзья, ну что же мы с вами молчим? Давайте поддержим наших участников. Сегодня...